Артем Алексеев. Российский актер, которого хорошо знают и украинские зрители. Актер известен по ролям в таких картинах, как «Звонарь», «Любовь без памяти», «Молот», «Морские дьяволы», «Литейный», «Сибиряк», «Военная полиция», «Честная игра», «Не отпускай» и многим другим. По словам Артема, он с детства хотел получить профессию, которая позволяет общаться с людьми и выступать на сцене. Сейчас артист работает ведущим шоу-программ, праздников, корпоративов, свадеб и других мероприятий. Он работает в различных стилях, от классического конферанс до игровых шоу-программ по индивидуальным сценариям. В кино Алексеев начал сниматься с 2001 года, дебютировав в роли Степы в картине «Черный ворон». Успешной стала роль рядового Сергея Купцова в фильме Андрея Пустусма «Волшебник». Первой значимой работой на экране, принесшей ему широкую известность, стала главная роль в психологическом триллере 2009 года «Личное дело капитана Рюмина». В 2018 исполнил главные роли в мелодраме «Ни слова о любви» и криминальном детективе «На самой грани». В 2019 на экраны вышел детектив «Звонарь» с Артемом Алексеевым в главной роли. Актер женат на девушке по имени Екатерина. Она работает риэлтором. Пара воспитывает сына Алена, который родился в 2019 году. Также у Артема есть дочь от предыдущих отношений. Супруга спокойно относится к тому, что Артему часто приходится играть в любовных сценах. Она считает, что вокруг настоящего мужчины должно быть много красивых девушек. А уж если говорить про кино, то слава богу. Она понимает, что это всего лишь игра. Кроме того, она с большим удовольствием потом сама смотрит такие сцены. Если что критикует, советует. Где-то может меня пожурить. Мне вообще повезло с женой. Она у меня, как говорится, с отсутствующим геном ревности. Сейчас Алексеев продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.